Я бы хотела узнать, будет у нас заречный кинотеатр. У нас у всех пенсионеров один вопрос. Нас вот лишили все льгот проездные, лишили. То, что выслугу сколько, наверное, тоже лишили. А у меня пенсия вот 7 тысяч. Первый вопрос, который возникает, когда будет отопление в школах на нужном уровне? Потому что в кабинетах находиться вообще невозможно. Теперь, чтобы задать свой вопрос мэру города, не обязательно записываться к нему на прием и ждать своей очереди. Достаточно внимательно следить за теле- и радиоэфиром. Власть становится ближе к народу, и телерадиокомпания «Заречный» старается всячески этому способствовать. Телерадиокомпания «Заречный» начинает активный этап формирования обратной связи. И первая ласточка этого как раз радиопрограмма «Час с мэром». Мы выступаем такими очень порядочными посредниками между властью и обществом. У «Заречницев» уже была возможность пообщаться с мэром города в прямом эфире на телевидении. Вячеслав Гладков был гостем программы «Новости Заречного». Глава городской администрации в студии обсуждал с ведущим послание президента Федеральному собранию. Один из призывов главы государства сегодня прозвучал так, что необходимо сделать власть прозрачной и доступной для населения, для граждан. Как вы относитесь к этому призыву? Считаю, что всегда считал и считаю, что это один из главных показателей деятельности любого руководителя любого уровня. Теперь получить ответы на интересующие вопросы из уст мэра можно и в эфире городского радио. Уже на этой неделе на родной волне Вячеслав Гладков появится в программе «Час с мэром». Настраивайте свои радиоприемники на нужную частоту и готовьте свои вопросы первому лицу города. Будет ли вопрос в форме СМС-сообщения, либо это вопрос на сайте, либо это звонок заранее, либо звонок в прямой эфир, ответ все равно будет получен. Мы об этом ведем переговоры с властью, о том, даже если мы что-то не успели затронуть во время эфира, радиоэфира, а в дальнейшем и телеэфира, мы будем этим заниматься по окончании наших программ. Задать свои вопросы главе городской администрации в режиме онлайн вы сможете уже в этот четверг в 15 часов по телефону 61-20-55. Следите за эфиром, будьте с нами. Светлана Демина, Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».